that's just what you do. Dance with the devil. I met my match, cause she be on a different level. Calling me, calling my name. I know, I've got to get away out of the grave. She dug for me. The dark of the night. Здорово, народ, здорово, чат, всех с новой недели, тебе и меня. Макс Кирпич, Варик, Фарут, Данилка, Неделим, Салдан, Аленка, Кукуха, Эйм, Регинка, всем здорово, 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 Полюха, Вэл Мурыч, всем привет. Ну что, с наступающим Хэллоуином вас всех и меня в том числе. Погнали. Вчера в Dead by Daylight, кто видел новости, чекал, началась охота за бладпоинтами, да, поэтому у кого есть проблемы с бладпоинтами, можете, в принципе, играть, ибо X2. Как ваш, ничего, как ваши дела? Всем привет, Малинка, салют. Серега, Стас, Курт. Здорово, здорово, здорово. Оу-оу-оу. 25 тысяч сюда. Что по архивчикам? Охотимся за хэллоуинской головой. За хэллоуинской головой. Нам нужно все с тобой купить, все с тобой пройти. Два раза выпустить отголоски с пустоты. Окей. Это только сегодня дата принятия мер? Угу. Хорошо. Долго разбирались. Так, стоп. Как я бы нарядил свою кладетку на Хэллоуин? Спасибо. Подходим к этому серьезно. Вот из того, что у меня есть, да, на Хэллоуин. Thank you.
Да не так уж и много у меня нарядов-то на кладетку хэллоуинских. Ну, слушай, больше всего мне нравится, наверное, вот так вот. Мне нравится, наверное, вот так, да. Погнали. Ну, типа, это более-менее что-то сносное, что-то подходит. Ну-ка. Хотя можно и так. Ну, так больше нравится. Типа, еще можно так. Ну, вот не хватает чего-нибудь сверху. Видишь стиль? Видишь цвет очков? И вот низ. Видишь? Сочетается как. Ну, может быть. Да, что-то укладки не так и много. Что-то так оставить. Ну пошли с этой штучкой побегаем, я с ней никогда не бегал. Конкорд, здорово. Госпожа, привет. Чейз, салют-салют, вечерний, Ильнур. Все здесь, все в сборе. ДК. Го, Микаэл. Что-то я играю за кладетку. Заказывайте, кого хотите. Любимых маньяков, своих любимых сурвов. Антоха, здорово. Алинка, салют. Привет, в Стиме можно хоррор забрать бесплатно. Ты играл в него? Shrieking Darkness. Морф, здорово. Я не играл в него. Но спасибо за информацию. Савадж, привет. Мидер, салют. Салют, салют. Нейси. У меня ДР сегодня. Нейси, у тебя 31 октября. Ты у нас, получается, рожденная в хэллоуинскую ночь или как? То есть ты хэллоуинская? Давайте поздравим все Нейси. Нейси, с днем рождения. Кулачок, печенечку тебе. Здоровья и счастья. Поздр. Вот видишь, у человека даже не хватает на полное поздравление. Поздр! Ты уж прости ее. Я это видел. Нормально там так приплюсило. Я это видел еще давно. Пиздец, там у собаки шок. О, меня Джейк поддержал. Ну, он не то, что прям в хэллоуинском наряде, но в близком к Хэллоуину. Собака жива-здорова, если что, да, да, там просто шок произошел. Так что с собачкой все нормально. Я где-то читал новости, мужик какой-то помер от этой пивной бутылки. В смысле? Ну от пивной бутылки до хуя кто помирает, я тебе так скажу. Так что это не секрет. Здравствуйте. Можно мне вот эту кегу? Да, конечно. Держите, только осторожно, она взрывоопасная. Надя, привет.
лучше не повторять такое с собачкой, конечно. Все, что вы видите на прямой телерадиовещательной трансляции, ни в коем случае не повторять у себя дома. И не только у себя дома, но и дома у своих друзей, родственников и близких. И вообще ни у кого дома. А то сейчас пойму. А, у меня нельзя, блядь, ну пойду нахуй к Сереге, блядь. Повторю там. Ну, у меня какая-никакая хэллоуинская колодеточка. Это аллея смерти. Запомни это место. Одна палета по всей территории. Смотри. Посмотрите, почему это аллея смерти. У меня уникальная возможность. Единственную палету я вижу только вот здесь. Вот, вот оттуда до туда. Это аллея смерти, запомни это. А чё я ушел? У меня там охуенный этот генератор с ХГшкой. У меня же я теперь с балансом играю. А, ну все. Что случилось? Давайте узнаем. Да, да, я тоже хотел знак вопроса поставить. Видать, что-то случилось. Потно было, не то слово. Маджек, привет. Ой, блядь. Пиво кинули ему. Талион, спасибо. Крошапыч, зап... Подожди, Крошап, не понял. Только что подписался на... А ты не продлевал, что ли? У меня вот кто продлевает, тут написано продлил. Крошапыч, Талион, спасибо за подписочку. 39. 11 человек до турнира. 11 человек... До выяснения отношений между друг другом. 11 человек до могущественного противостояния между друг другом. 11 человек до смертельной Mortal Kombat. Да. У, Анкин. Хэллоуинский тунт-тунт! Хэллоуинский привет! Всем хорошего. Я почти угадал. Настроения и отличного вечера. Давай. Спасибо. Же Майкла выпустим. Это его день. Да, вот я вот сейчас разминочную хочу Кладеткину сделать. Здарова, бро. Здарова. А сможешь сыграть за выжившего без единого повеса, при этом запустить два гена? Думаю, сможешь. Ты и не такой мог. Спасибо, Савадж. Смотри, Савадж, ты, ну, я тебя вижу как нового зрителя, потому что ты относительно недавно на канале, но твой никнейм, я стараюсь более-менее запоминать, кто часто общается, да? Вот. Тунстунсыч, еще раз спасибо. Прямо после кладетки сейчас сделаем. Выпустим Майкла, естественно. Ты, если хочешь, смотрите, для всех новеньких, кто на канале, если есть, они так или иначе хоть по одному-два человека, но появляются каждый день. Если вы хотите задать челлендж с точным выполнением, то кидайте 50 рублей, задаете задание и награду. Да, там, от 500 и выше. Вот задание челлендж от 500 и выше награда. Это если вы хотите с точным выполнением. Если я не выполню, вы ничего не кидаете. Поняли, да? А когда ты заказываешь одну катку, я попробую, но если не получится, это вот я объясняю, да, то ты заказал одну катку. Это для тех, кто хочет именно челлендж с выполнением.
стопроцентным. Но я буду стараться. Спасибо. Здравствуйте, уже вторник, ля. А, Миоу, ты по моим стримам уже... Ты по моим стримам дни недели считаешь, блядь? Ой, Андрей сегодня не стримит. Сегодня или воскресенье, или понедельник. Все понятно. Какая-то не хэллоуинская карта получается. Господи. Чума. Понятно. Да нафига нам втроем заводить сидеть? Эх, блядь, извините. Она к ним пошла, я думаю. О, хороший незараженный ген есть. Прекрасно. Эсо Песо играет с нами. Не надо меня заражать. Палеточки сливаются, что-то сейчас все сливается. А да бегули я. Девочки. Давай, мразь! Мразь, уходи отсюда, девка! Я эту мразь буду гонять! Ах ты, мразь! Переиграть меня вздумала! Меня! Величественного майсера переиграть! Да пошли вы нахер! Девка, валим! Девка, бежим! Сука, увязалась, тварь! Все, бросила. Лох. Маньяк, лох. У меня весь план был скоординирован. Весь. Откуда и куда я бегу? Потому что у меня баланс. Но это было очень близко, согласись. Это был близкий хит. Чтобы починить тот генератор, мне нужно откатить баланс. Тогда я могу позволить себе туда прийти. Блять, надо добить, чуваки, надо. Надо добить. Хорошо. Это не я выпустил отголосок, мне нужно выпускать. Балансик есть. Первый повес присутствует. Но у нас уже минус два генератора. Она за мной идет? Тварь за мной идет? Тварь за мной идет, чуваки! Гадка. Гадость нахуй. Тихо, что-то ее не видно. Не слышу. Где она? Я боюсь, я не пойму. Она тут здесь была, блядь, что здесь? Мразь ушла. Нет, мразь там. Но у меня устойчивость. Мне даже в кайф, слушай, быть на один хит. Ну, типа, вообще пофиг.
Да ёп. Пошли отголоски вызовем пока. Блин, а где разрывы-то? Алло. Вон разрыв вижу. Ёба! Ёба, блядь! Здесь некуда больше идти. А, у нее краснуха! Понял. У нее краснодон, я понял. Один генератор остается, два повес. На такой-то карте, блядь. Тихо, работаем. Меня девочка сейчас спасет. Девочка, не лезь. Девочка, она кемпит, девочка, у меня немножко копится. А можешь поближе подойти? Ну так чисто. Девочка, ты очень сильно рискуешь. Девочка, не иди. Я взял на себя хит, девочка. Ебать, какой грамотный, у меня есть еще осколок. Девчонка, я упаду. Девка, иди, я упаду. Она не хочет за мной. Не хочет за мной. Можешь, Мина? Пожалуйста. Блядь, красивый наряд какой классный. Блин, она тоже к Хэллоуину приготовила себе. Говорит, к Хэллоуину так. Спасибо. У меня есть еще осколок. Я могу, право на ошибку имею. Ну нахуй, чуваки. Я не успею. Подожди, здесь нет палеты, блядь. Я успел. Так, сейчас бы подхилиться. А, у нас ботик, блядь. Познакомьтесь, Катерина Дэнсон. Я понял. Вот подальше уведем. Ну, чтобы, короче, если ей и идти за жижей красной, то очень далеко. Спокойно, спокойно. Ты хочешь сказать, что мы треугольник оставили? То есть мы долбоебы. Пошли сначала посмотрим там генераторы. Да. Она зовет меня с собой. Короче, мы долбоебы. Понял. Я возьму ее на себя сейчас. Пусть он чинит. Ладно. Давай за мной. Хуй он за мной пойдет, чуваки. Я специально хотел показаться. Катюха. У нас треугольник, да? Третий, где Ген? Да, у нас пиздец, какой треугольник. У нас пиздец какой треугольник. Чуваки, у нас пиздец какой треугольник. Ебать. Ну, тут ничего уже не сделать. Она и жижу взяла, я на перетяжку не мог уходить. Она видит. И бот еще вдобавок. Пиздец какой у нас треугольник. Вы видели? А раз, два, и вот здесь вот третий ген. Ну тут ничего не сделать. Сами виноват. Ну тут карта такая, блядь. Хуй увидишь эти генераторы. GG.
Сейчас посмотрим, бот вообще кого-нибудь поднимет, нет? Ну, слушай, бот поднимает. Сейчас главное, чтобы маньяк не спугнул. У меня есть осколок. Сейчас я покажусь. Давай, давай, пошли за мной, пошли за мной. Сука, хуй она уйдет, да? Вот здесь вот она выходит, хорошо. Хорошо. Ебать, она даже за мной не уйдет на вытянутый выстрел, блядь. Ну понятно, все, она в жизни это не отдаст. Она в жизни это не отдаст. Ладно, пойдем подруга. Вариантов здесь ноль. Так. Одна там осталась. Успеем. Она же пойдет и вторую вешать. Хорошо. Хорошо. Хуй она там пошла, чуваки. Да, все, мы успеем. Кто-то один останется жить. Брат, каждый сам за себя, ты понимаешь. Она за мной пойдет, я уверен. За мной идет. Тяну время. Сосать, тварь. Брат, открывай двери, просто уходи. Ради тебя, сука, время тяну, брат. Брат, люк, дай бро. Бро, люк, дай бро. Люк. Су-су! Блядь, меня заряжает от энергии, нахуй. У, блядь! Это хэллоуинский сбег. Сюда, блин. Была симба, кто не знал. Вовремя мы сели гены чинить, я тебе так скажу. Читы на люк, именно. Так-так-так. Майкл, гоу. Я отголосок так и не выпустил, да? Ладно. Так, ну нет, мы его возьмем по дефолту. С кровавым ножом. С чем играть будем? Пойдем бесконечку возьмем.
Она за мной, кстати, с красной жижей охотилась. Баланс здесь прям супер зарешал. Время потянуть, согласна? Вот именно время потянуть, пока он открывает ворота. Круги намотать лишние. Я бы, конечно, на Хедунфилд сейчас пошел. Но мы там соснем. Хорошо, что Аня Хедунфилд не заказала. И сейчас следом донат. Вот блокпоинты подслили. Ладно, с 25-го. С 30-го ты хочешь сказать? А может угорать хватит, блядь? В Хэллоуине хотя бы дайте мне бесконечку. 27 уровней, ебаный наркот. Давай-ка, Данфилд, на Майкле или Ларри. Мы же не убьем никого, Аня. Я знаешь, что хотел взять? Я хотел взять бесконечку и кусок надгробия. Сосать будем очень долго. Так, тогда если Хедденфилд... Зеркалом не хочу. Лэри, говоришь? А что если попробовать? Подожди, у меня Лэри тоже было. Что, уже закончилось? Ай, Хедденфилд, 40 штук, блядь. Если я возьму вот так, на Хедденфилде... Ой, блядь, я не насосу. Там издалека нельзя сосать. Я не насосу, чуваки. На Хедденфилде это нереально. А пока я подойду, зайду прям в дом, они уж 100 раз убегут. Я просто хотел Мементо Мори сделать. Ну тогда у нас один вариант. Играть вот. Так попробовать. На Хедденфилде. Погнали. Спасибо, Ань. Есть аддон Лэри? Есть Лэри? Подожди, где? Проморгал? Да нет, Лэри, алло. Где? Есть? А вот, пошлите на Лэри. Там была Лори. Какой Лори? Хедденфилд на Майкле или Лори? А! Тогда стоп! Лори. Я на Лори Шроуд тогда пойду. Ты не опечаталась? Точно? Напиши в чат. Ты не опечаталась? А, Лори. Тогда я подожди.
Тогда я поставлю какую-нибудь вот такую карту. И я возьму... Нет, на бесконечно, это бессмысленно. Что быстрее, быстрее, быстрее. Мертвая хватка. Мертвая хватка. Мертвая хватка. Я просто хочу одно мементо сделать. Всем привет. Сален Луа. Привет, привет. Лори. Да, я понял, понял. Я подумал, Лэри, Хэдденфилд или Лэри. Тогда мы сейчас сыграем этого Майкла, а вторую сыграем за Лори на Хэдденфилде. Мы должны оттуда сбежать и выжить любой ценой. Мементо в конце, но тут по ситуации, как нам надо будет. Всех с наступающим Хэллоуином, особенно тех, кто празднует, а я знаю, у нас есть те, кто празднует. Он же в ночь с 31 на 1, правильно? Ну, то есть в сегодняшний вечер, можно сказать. Крис, салют. Дрейкфайр, привет. Ну-ка, Колыч, здорово, здорово. Тыквенный спас. Палач был сегодня? Думаю, нет. И не будет. Генераторы все здесь. Медленно, но зато уверенно. Вообще-то, что это было, блядь? Что это было, блядь? Первый пошел с Хэллоуином тебя. Что это было? Вообще так я не хотел. Ну ладно. Я вообще-то так не хотел.
Ну там баг какой-то произошел. Но мне не хватит. Есть еще Джилл фловенькая. И Джилл там. Хватит. Смотри! Иди нахуй. Меня ты не замеми. Мне пока не надо. Стоит, смотрит туда. Он с той стороны меня ждал. Пойдем. Ну и все, сейчас бы этого Doom Spiro Sparrow замемить ТГГ. Я думаю, у меня даже есть время отголосок вызвать. А может и нет этого времени. Что-то они уже не хотят. Один отголосок вызвал. Все-таки рисканул, да? Что? Я не хочу его убивать. Иди нахуй. Я, если бы нажал ЛКМ, я бы его убил. Здесь тебе пиздан. А? Последний генератор остается. Спринт. Работает профессиональный хэллоуинский Майкл. Хорошо. Что по заводу последнего генератора нужно чекать? Тишина. Вот он, гадость, нахуй, сидит здесь, да? Не
Направо ушел. Генератор цепануть решил. Да иди ты, ну ладно. Второй пошел. Хлынский, привет. А, братская могила рядом. А теперь, говорит, можно полечиться. Теперь и вправду можно полечиться. Там. Преследую жертву из пустоты. Смотри. Спасибо добиванию. Отголосок вызовем? Пойдем. Второй. Хорош. Привет. Сейчас будет добивание. Сюда. Все. На хэллоуинский Хэллоуин против Майкла не выживает никто. You know? Сука, уползла в люк, уйдет тварь. Гадость. Тихо. Нет у тебя больше надежды. О, да ты переползла, подруга. Сейнт Пепси. Святая Пепси? Джи-джи. Я не понял, что там с Эйсом произошло в начале. Ну да ладно. Чел прыгнул, но как будто не прыгнул. Да. Всем привет, кто только подошел. Кулачок пятюню каждому. Лайкос не забываем. А, Алиска, бу. 50 рублей. Спасибо, Алиска. Оу-оу-оу. Так, а теперь за Лори на Хэддонфилде. Что-то тут два раза получите дар от дружеского отголоска. Угу. Понял. Ну
Кто? Кто? Андрей, а я. Готов ли ты сыграть в игру? Но помни, у зла всегда несколько жертв. Или тыкв с конфетками. Если рискнешь согласиться, условия напишу в стиме. Рискнешь? Я рискнул. Я рискнул. В смысле? У зла есть две конфетки. В смысле? Так, сейчас мы добьем. Сейчас я за Лори иду. Потом у нас Савадж. Сыграем. Давайте уж добьем хэллоуинскую, так сказать, Майкла и Лори. Да, в честь Дня Всех Святых. Погнали. Как дела, Андрей? Дезик, ну, пойдет. Вот так вот, привет. Да, Хэдденфилд. У меня нет. Как Хэдденфилд по-английски быстрее? Сокращенно. У меня нет Хэдденфилда. Быстрее. Мне людей надо будет просить Хэдденфилд взять. Я не выбью. Так, быстрее. Только так, чтобы... Блять, господи, я же такой не напишу. Так. ПЛС. ПЛС. Тейк. Хэд... Чё, как там, блять? Хэд-да-да-дон. Хэд... Да ёб твою мать. Тяжело. Please have done field. Please. Ой, буду надеяться. У меня нет Hidden Field, а выбивать, но это 8 лет, а ты понимаешь, что... Я надеюсь, что они возьмут. Я прям please. Даже на этом корявом и то понятно. Head on field. Field, я правильно написал? Head on field. Да, я правильно написал. Ой, будем надеяться. No, как no? Please. Ну, ребят, ну, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, чего же вам, жалко, что ли? Ну, Хэдденфилд, плиз. Есть Хэдденфилд. Сука, написал ноуп. Но НП это же... А, он написал ноу проблем, он написал. Сейчас он написал ноу проблем. Погнали. Вот гайс, понимающий гайс, да, вот сразу видно, человек понимающий. Дайте нам еще... Тварь. Загенрашить за манса... Подожди. Жертвенный оберег. Это же надо, вот какой пидорас в команде. Ты представляешь, какой пидорас в команде, блядь? Он думает, что я на это? Он здесь сломал, я это услышал.
Ну, тут уже никуда. Я это услышал. За это время чинить три генератора. Но только не в моей команде. Секунд 30 искал меня. Он секунд 30 искал меня только там внизу. Вон там внизу. Секунд 30. Я молчу про то время, пока мы перетянулись. Молчу про время, пока он меня здесь искал. Понятно. Все, чел сливается. Пошлите, ну, чуваки, пошлите, я переиграю. А, я отдамся, там чел сливается. Да. У нас чел сливается, играть не хочет. Я лучше переиграю, как бы, да. А, может быть, и Хэдденфилд нормально выпадет. Все равно катка уже, ну что. А, ну это, вот этот хуй, который слился, скорее всего, он и поставил. Подожди, кто это слился? Пуптубер? Вот давай сейчас просто ради интереса посмотрим. Чел просто хотел заруинить. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим. Видит, что я прошу Хэдденфилд, и, сука, ставит эту. Это не маньяк поставил. Отмена всех карт. Главное, меня спасать не надо. Не надо, я прошу тебя, брат. Не надо. Убей, пожалуйста. Убей. Тут уже никого нет, брат. Спасибо. Игорь 7 сыграл из них 4 против Мора. Они против Мора вообще охуенно играют, на самом деле. Здесь просто я не хочу играть. Во-первых, у нас чел слился. А во-вторых, у нас карта не та. Нам подруинили. Сейчас посмотрим. Вот. У него в планах было уже заруинить катку, я так понимаю. Нет? Я тебе про что говорю, блядь? Я тебе про что говорил? У чела было в планах просто заруинить катку. Что ж ты в жизни-то, блядь? Походу, в жизни обиженный чел. Погнали. Дубль 2. Ладно бы там заруинил, типа, ну там... Угарнуть решил, да, там карту перебил, да хуй с ним. Только он еще и слился, понимаешь, он слил катку. Выбивай карту. Нет, я буду просить, какой выбивай? Она выпадет, блядь, через 8 лет. Это нереально. Хотя, может быть, в хэллоуинский Хэллоуин. Ну, заодно перки хотя бы ей вкачаем. Так.
Will you don't want blood point? Надеюсь, возьму. All right, okay, thank you. All right. Also, I bring autodidact. Ауч, чё, блядь. Тяжело. Чат, помогай. Какой-то автодетект. Всех с тыквенным спасом. Взаимно. Дарза, привет. Сила земли вновь здесь. Мы тут. Дайте Майкл. Это не Майкл. Это Они. Нужно правильно он делает. Нужно зачинить против Они сейчас открытые гены. Потому что здесь он ловит нас максимально быстро. Буду действовать по своей тактике играть. Абилку буду пережидать от генов далеко. Брат, куда ты? Ой-ой-ой-ой, братишки, ну куда ты? Мы бы добили сейчас с тобой ген. А вдруг там секущий крюк, я не добью, братан. Это плохо. Я, конечно, до конца посижу. Блять, ну про что я говорил? Ну, ебаный сыр. Про что я говорил? Зачем он ушел? Чертика въебал, ну. Ну все, ГГ. Сейчас сюда полетит 100%. Я так опасаюсь там чинить, пацаны. Дальше не поедет. Заразительного нет. Так, там туда чертик он не впихнул. Хорошо. Пока нет обилки, сижу этот генчиню. Чем за... Ой, бля. Он там, все, хорошо, можно чинить. Приедет ли сюда? Если поднимать не будет.
этим, со шкафом играет. Пойдем. Пойдем лечиться, дурочка. Ой, плохо, плохо гены чинятся. Я тебе так скажу. Она насидела ему там на новую обилку, ну ладно. С этой стороны было починено два генератора. Было починено два генчика. Так, треугольник. У него здесь треугольник. Раз, два, три там. Увы. Куда бы спрятаться-то, блядь? Сосать. Сосать, мразишь! Тихо. Он ехал ко мне. Работаем этот ген. Нужно работать этот ген. Очень нужно работать этот ген. Мне бы девочку с прояви себя. У него пиздец треугольник, блять, повезло. Редко бывает на этой карте такой треугольник, я тебе сразу скажу. Крайне редко. Чини, пожалуйста, я молю тебя. Я прошу тебя, чини. Я прошу тебя, чини. Сейчас важно треугольник разбить, дура. От того, что мы залечимся, это не исправит нашу ситуацию. Она услышала мою просьбу. Кто-то взял отголоски. Треугольника нет, можно лечиться. Хотя подожди. Ман по-любому в конце напишет там. А ты помочь не хочешь? Тупниковая на я попалась. Так, чекаем дальше. Раз генератор, два. Это реально хороший треугольник. Ну то есть два генчика вот прям рядом. Он видел меня, интересно. Шкафы открыл, понял. Вижу. Вижу и знаю, где. Я буду рисковать. Будет ли он возвращаться? Лечим. Он дотуннелить решил. Ну и правильно. Что по треугольнику? Остался ли здесь какой-то генератор? Здесь есть генератор. Нас осталось трое. Подожди. Нужно наверху добить. Играя максимально аккуратно. Я Лори. Я выживальщица. Я, блядь, Майкла пережила. Этот ген он тоже может связывать с теми двумя генераторами. Над ГГ очень быстро упал.
Угу. Он наверх сейчас выйдет, да. Я его прочитал. Он и чертик туда въебал, да. Ладно. Но это мы не вывезем. Очень быстро падаем, к сожалению. Она чинит тот генератор. Пойдет ли она спасать? Там небрежка, она не хочет отпускать, но он умрет. Он умрет. Не успеют, наверное. Или он туда что-то не пошел. Просто заходи в эту штуку, да. А вот то, что она там просто сидит, она тотемчик пилит. О, подожди, я не понял. Он просто взял и вышел, ты рофлишь, блядь. Ой, гг. Давай спаси меня. Я, может, на люк пойду. Он просто взял, блядь, и вышел, короче, в открытки на ОНИ. Ты за мной лучше не беги. Хочешь меня полечить? Он прям сюда идет. Бля, как будто знает, где мы. Ебать, он как будто знает, где мы. Прям берет такой, четко на нас идет. Ну ладно. У меня есть стояк. А, хер там плавал. GG, отдаем люк девке. Мне понравился чел. Зашел в этот и взял и вышел прямо перед ним. Она сейчас откроет эту шкаф, да. Зачем? Пусть убивает. Не, неинтересно. Джим. Поведет в следующий раз. Да. Это рандом. Что ты хочешь. Так, следующий у нас кто? Следующий у нас челлендж от Саважа. А сможешь сыграть зловещий персона? Дойдем. Все обсудим. Сможешь сыграть за выжившего без единого повеса, при этом запустить два гена. То есть я именно должен быть участником завода двух генов. Ни разу не повисеть. Ну что, нужно будет просто аккуратненько сыграть. Давай попробуем. А сколько стоит заказ мана? Заказ мана и любого сурва стоит 300 рублей. А, что я, подожди. Ну, мне нужно просто максимально аккуратно отыграть.
Я не буду брать на стелс-билд. Что мне нужно будет это взять, может быть, где-то... Я знаю, какой я билд возьму. Сегодня мы одеваемся максимально по-хэллоуински. Давай посмотрим, что у меня есть. Тут ничего нет, да? У меня есть вот она. Я точно помню. Подожди, я же ей шмот... Подожди, а вот он. Не, нахуй, с ее волосами, блять. За 8 верст. У тебя есть что-нибудь Хэллоуин? О, мне кажется, на Хэллоуин так вообще норм одеться. Да. Какой билд мне нужен? Так. Потом, билд, знаешь, кого мне нужен? Перк. Умудренный туманом. Блять, это мышь гренадер я делаю. Умудренный туманом. Балансик оставлю, это оставлю, да? Да. Видишь, чтобы маньяка заранее предпринимать какие-то действия. Вот так вот. А здесь я возьму тулбоксик. Пойдем. Какую-нибудь жесткую карту. То есть мне нужно постараться ни разу не висеть и завести, ну, самому. Ну, я понимаю, там и добить какой-то ген, да, то есть это тоже считается. Ну, то есть самому завести два гена. Быть участником завода двух генов. В принципе, ну, на деле не так сложно. Подожди, а где детский сад? Losing my mind. Есть, Спрингвуд есть. Спрингвуд есть, можно поесть, погнали. Ансон, здорово. Эсэсэч, привет. Трейлер Naughty Beer Collection вышел. Кстати, а когда будет доступен скин этого медведя-то? Сегодня должен быть? А во сколько? Время-то уже... Видел Мишку Траппер, да уж давно видели так-то. Его же еще презентовали-то недели две назад. Скрытые чинильщики выходят на работу. Именно. Так, ну нужно взять самый безопасный ген. Сейчас, что нужно сделать? Дождаться, когда начнется погоня за кем-то. И сесть чинить.
Закрывашка, по-моему. Ой, блядь, чума. Угу. Так, все, там погоня есть. Пошли-ка. А ну пошли-ка. Начали. Видим маньяка. Тулбоксик. Блять. Видим, куда она пошла. Там будет спасение. Она идет к нам. Нас не увидела. Отсюда я перетягиваюсь на совершенно дальний генератор. Этот мы потом, если что, добьем. В мейн. Пойду-ка я в мейн, блять. У меня там сейф очень хороший. Сначала пойду в мейн. Чувак! Чувак! Саваш. Добьем рулетку и закажем нюрочку. Билд на твой профессиональный выбор. Задай им жару, бро. Спасибо. Блять, нашел куда прийти нахуй. Нашел, блять, куда прийти, блять. Мне нельзя висеть. Спасибо. Все, ген в ноль. Ох. Ищем другой генератор. Понятно. Ладно, пошли мансить. Я не спасаю. Спасать она пойдет. У меня задание. Успеть зачинить два генератора и ни разу не повисеть на крюке. Поэтому стараюсь. Сюда не придите, пожалуйста. Это будет закон подлости. Видим маньяка. Не надо. Я не успею. Вижу ее. Вижу. Информацию имеем. Один ген есть. Идет ко мне. Максимально топим. Хуй там плавал. Сука, мразь, блядь, гондонская, блядь. Я, сука, выживаю, как могу, блядь, здесь.
мразь. Уйти. Уйти. Просто выживаю, как могу я. Тварь! Гадость, блядь! Фу, блядь! Ничтожество, нахуй! Джи-джи. Уперлась, блядь. Мразь. Так, ну все. Теперь работаем, как работаем. А мой гендали? Подожди, внизу, по-моему, зачинено. Вот этот генератор. Здесь же... Подожди, здесь же до сих пор деталюшка должна сработать, правильно? Слушай, я возьму, наверное, опять вылечусь. Пофиг. Тонатка. Да, деталюшка здесь. Типа есть, выгодно. Конечно, этот ген чинить. Где маньяк? А, хорош, вообще, блин. Пойду там открою. Странно, что она не пошла за ним. Ребята, где выход? Закрывай! Я ей ставил. Девочки! Девочки, блядь! Сука! 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 Сды! Да, нравится? Нравится! Пока! Ибо у нас, короче, ребята быстро зачинили, ну нормально тогда. Я даже глаза моргнуть не успел. Респект. Джи-джи. Бумбо. Бумбо. Так, зловещая персона. А готов ли ты сыграть в игру? Но помни, у зла всегда несколько жертв. Или тыкв с конфетами. Если рискнешь согласиться, условия напишу в стиме. Но мне сначала надо узнать условия, чтобы принять решение. Поэтому давай, пиши. Мы ждем. Саваш, спасибо за 300. Сыграем. Сейчас зловещая персона нам конфеты подокинет. Зловещая персона. Так, условия в стиме. Доброго дня. Вам письмо от зловещей персоны. Предлагаю сыграть в хэллоуинскую игру. Суть. Зрители предлагают челлендж. Награда за каждый челлендж 1к от меня. Если выполняешь, тебе донат. Если не справляешься, тому, кто... Да они, блядь, сейчас какой-нибудь выпьют. Но это надо в рамках разумного, чтобы было. А то сейчас, блядь, убей минус 4... Сделай минус 4, блядь, за одну минуту. Это же нужно контролировать. А, закажи. Тебе донат. Если не справишься, то... Челленджи предлагают, например, в донате. В именно отправившим пишут ник в диск... в дискорде, чтобы проще было искать. Соглашаться на челлендж или нет, решаешь ты. Ага, все. На выполнение каждого челленджа 3 попытки. Количество возможных челленджей до зловещего числа 13. Ух, как интересно, Пумбыч, молодец. Вот это правильно, то, что я соглашаюсь или нет. Потому что, ну, реально, они могут задать какое-то... Подожди. А те, кто... Смотри, давай сделаем еще. Ну, это же зло. Это же зловещий день. Смотри, тот, кто задает челлендж, если он проигрывает, он в 5 раз больше отправляет. Правильно? Я понял. Да ладно, я шучу, он ничего не теряет.
Так, ну... Нет, это окей. Вот это окей. Потому что, я говорю, могут сразу такие челленджи задать, ну, нереальные просто, да. А выбирать, ну вот как? Давайте тогда пишите свои вот сейчас мысли, что вы хотите мне задать, какой интересный челлендж. А я выберу, допустим, который более-менее интересный, более-менее сложный, не так, чтобы легко было, да, там. Вот. Чтобы было реально интересно. Пишите. Мишка в магазине доступен. Пока вы пишете, мы Мишку смотреть пошли. Какой серьезный, гадкий. Охуенный, на самом деле, мне нравится. Обязательно сегодня его купим. Обязательно сегодня за него поиграем. Но позже. Классный, классный. Заметьте, смотрите, как, какая иконка. Вот такие иконки, я так понимаю, они сделали для того, чтобы вы понимали, где у вас скин. И еще с дополнительным момента. То есть это выделяет его. Смотрите, какая иконка, серый цвет и окровавленный. Поняли, да? То есть обычно у нас что там? Желтенькие, там зелененькие, фиолетовые, легендарные. А это вот специальная иконка серая. Заметьте. Мишка классный. Мишку папажа купим. Мишку по-любому не придем. Челлендж. А что, только один Шеди у нас, что ли? Ага. Давай-давай, пиши. Чуваки, чтобы вы понимали, вы ничего не теряете, вы ничего не платите. Вообще. Вы задаете челлендж. Если этот челлендж мне понравится, и я его не выполню, то вам Аня кидает 1000 рублей. Понимаете? Вообще нет. Вы ничего не теряете вообще. Я выиграю, Аня мне кидает 1000 рублей. Так, навескеры лишить суру всех спреев, оставить на ваншоте. Оставить на ваншоте и, конечно, минус 4. Нет, нереально. А какой момент это ЗЗЗЗ? Сделать минус 3, включившись в игру после завода 3 генераторов, играя с 3 перками. 3-3-3. Это интересно звучит. Угу. На торговке хитовать только тех, кто хитанет... Коптер. Тягомотно. Так. Самый интересный челлендж, помню, был охотиться и вешать всех по очереди в порядке отображения иконок в катке. Причем игроки его быстро раскусили, за кем будет погоня следующим. Минус 3, зачем без фонтанов? Выживи со стандартными перками Дэвида Кинга. Вперед это назад, влево нет. Это нет, выиграть без перков за маньяка. Попробуй за чуму хитовать только северной. И Макс повешь, чего северной. Ну, мне понравилось 3-3-3 от Виктора. Сделать минус 3, включившись в игру после завода 3 генераторов, играя с 3 перками. Вот это более... Это и сложно. Скорее всего... Ну, блядь. Понимаешь, 3 генератора это... Это значит минус 4, а то и минус 5. Сделать минус 3, включившись в игру после завода 3 генераторов, играя с 3 перками. Это сложно. Это сложно. Виктор, смотри. Один вопрос. Мне вообще двигаться нельзя. Понятное дело, охотиться за выжившими, хитовать, пугать их мне запрещено. Понятное дело. Мне вообще двигаться нельзя. Андрей, челлендж был предлагать в донате, а не в чате. В смысле? А, ну-ка еще раз. Предлагаю сыграть.
Зрители предлагают... Суть. Зрители предлагают челлендж, награда... Нет. Нет. Если выполняешь, тебе донат, если не... Нет, зрители предлагают челлендж, все правильно мы делаем. Может, сойдемся на том, что хитовать нельзя. Короче, давай так, Виктор. Нельзя хитовать, нельзя пугать, ну, нельзя отгонять. Ну, как, короче, как, нельзя погоню вести за выжившими. Нельзя вести погоню за выжившими. Правильно? Правильно. Я могу это начать только делать после третьего заведенного генератора. Сложнее сделать минус 4 после завода генов без четырех перков. Это не челлендж, если что. Браво. Ну, еще раз говорю, я не буду выбирать челленджи, которые выполнишь, дай бог, на сотую попытку. Но вы имеете в виду, блядь, какой нахуй минус 4, блядь, после завода всех генов без перков? Вы в своем уме, блядь? За что они должны сделать, чтобы упасть, блядь, при открытии ворот все четвером? Ну, АФК встать, блядь, я не знаю. Ну, вы уж задавайте тоже более-менее то, что сносно и в меру сложно, и то, что можно и выполнить, и можно нельзя. Давай, я берусь за челлендж Виктора. Виктор Смирнова. Виктор Смирнов, на всякий случай, пока я делаю этот челлендж, у меня 3 попытки. Зарегистрируйся в Дискорде. В Дискорде. А, ну или Ань. Чувак! Я думаю, тут сложно не Чувак! Будет. Вот челлендж. Убить Андреашкой всех 4 ёбилкой. Не мемента, а обилкой. Награда 300. Спасибо, госпожа. Только это будет очень позже за тебя, если вообще мы успеем сегодня. Потому что Анька вон задала какой челлендж. Поэтому если успеем, госпожа, то сегодня. Но скорее всего нет. На следующий стрим попробуем. Спасибо. Ань, смотри. Я думаю, проблем не будет. А ребята сюда могут написать там свою карту, если они победят, да? Мне не надо, если проиграешь, разыграй подписку среди подписок. Ну смотри сам, это тебе решать, что ты хочешь с этой тысячей сделать. Смотри сам. Вот, я выбираю твой челлендж. Так, мы решились на том, что хитовать суровов нельзя до 3 генераторов. Нужно сыграть с 3 перками. И я имею право начать хитовать суровов только после завода 3 генератора. И нужно сделать минус 3. С 3 перками. Секунду. Сейчас подойду. We'll be right back.
2400 золотых клеток у меня. Я уже думаю, все поняли, за кого я хочу пойти сыграть. Здесь есть кнопочка «Посмотреть момента». What time is it? It's naughty time! Пойдет. Но у нас будет одна проблема. Пока я расставляю свои капканы. Неплохо. Это за этот челлендж. Но если кто-то попадется в капкан, то ему нанесется хит. А это противоречит нашему челленджу. Поэтому мне нужно усложнить для себя челлендж и взять мягкие челюсти. Медвежьи капканы не причиняют вреда пойманным жертвам. Да. Иначе это было бы, это реально противоречило бы нашему челленджу. Вагина. Я думаю, брать ли. Выхода нет на ворота. Успею ли я? Успею ли я? Какую карту я могу максимально круто затрапить? Салон. А треугольник я их тоже не отпугну, да? Оставлять ли разряд? Тригина будет поймана. Яркое пламя может быть. Пойдем. Пойдем попробуем. А у тебя легион заяц есть? Есть. Траппер уже не тот. Это Мишка Бир. Это Мишка Бир. А не траппер. Это Мишка Бир. Че тебе непонятно? Это Мишка Бир. Смотри, какая у него веточка. Опа. Привет. Че, ты там прячешься, что ли? Мишка Бир. Мишка Бир прячется, Сарина. Да, блядь, это... Смотри, какой. Прикольно. С одной стороны, вроде бы угарно, вроде бы прикольно. Я могу траппор оставить за эти три генератора. С другой стороны, мягкие челюсти. Вреда вообще никого, никакого не несут, да. Может быть, поставить аддон лучше, чтобы дольше выбирались. Ладно, у меня будет еще две попытки. Ой, три перка, точно. Я и забыл. Да-да-да-да-да. Сейчас все переделаем. Вовремя написали. Как всегда. Три перка. Нахуй закрывашку тогда, да? Закрывашку нахер надо.
В голове его опилки. Мы уже купили, что ты нам показываешь? А чё он там за веткой прячется, вопрос? Чё там шбуршит чё там? Знаешь, что? Увеличивает время для побега и спасения выжившего из медвежьего капкана на 33%. Подожди, а есть ли как, где больше попыток надо? Ладно, пофиг. Сейчас подойду.
Так, вопрос один. Я не понял. А мне, когда три генератора останется, или... Где твой челлендж? Сделать после завода третьего генератора. Угу. Все понял. Вот он, Мишка Бир. Make them run naughty. Make them scream. Начнем. Я напинать тоже не буду. Они ей вреда не нанесут. Можете пошустрее заводить. Хочется, конечно, сдержать. Добрый Мишка. Она не понимает пока, что происходит. Я ничего не могу делать пока. Молодец.
Можете быстрее зачинить, блядь, генератор, я вас прошу. Только с рейса пришел. Не был тут 5 месяцев. Как дела, то? Рад видеть, я уже челлендж придумал. Здорово. С возвращением. Спасибо. Сейчас, дружище. Катюха осталась на том гене, я думаю. Она туда убежала. Лечились, хорошо. А кто тебя залечил? Остался же здесь, наверное.
Я увидел. Тупи, тупи. А вниз будет прыгать, наверное, да? Три, два, один. Бегаем. Условия челленджа все выполнены и нарушены. До завода третьего генератора никто не получал хит. Никто. Ну а эту девку я просто отпущу. Нужно сделать минус 3 килла, а не минус 4. Пусть уходит. Джи. Легко. За мишку Бира-то пошло. Окей. Сюда. Дмитрий Северин, с возвращением. Челлендж придумал, хорошо. Димон, хорошо. На самом деле сурвики тупые попались. Были бы куда поинтереснее, мне бы здесь так легко не было. Катюха здесь просто невозможно тупила. Да и не только Катюха. Привет, Лисей, как жизнь? Анна, привет. Потихоньку, помаленьку. Скин криповый пипец. Так, секунду. Так, пока добьем рулетку, закажем Нюру. Нюра была. Билд на твой профессиональный выбор, закажу, пошлите Нюру. Ты про Нюрсу не забыл? Вообще-то нет. Все помнится. Опа-опа-на. Да-да. Зло получило свою плату. Точка, точка, точка. Вот оплата и тебе. Спасибо зловещей персоне. Спасибо. О-о-о.
Придумывайте пока следующий челлендж. После этой катки напишите. Мышь на кайфе, привет. Челлендж можно из Асуров и Заманов, да? Куда заходить, чтобы задонатить? В смысле, Диман? В описании стрима ссылка. Одна из первых. Поддержать стримера. Елисей, ты обещал рассказать про золотое сечение? Я? Такого не было. Это обман. Обман. Долбоёб, блядь, палетку бы скинул. Что он делает? Ну ты места давайте. Не обращай внимания. Не обращай внимания. Мне кажется, они не особо хотят со мной играть. Не то, что со мной, с Нюрсой. И я их понимаю. Yeah.
Три фонаря. А толку ноль. Правильно, Владов говорит. Спасибо. А, они не хотят играть, я просто времени тяну. Типа, а что толку время тянуть? Надеюсь, Милка пойдет на люк. Она спасать пошла, серьезно. Все, хорош. Давай мы не будем тянуть резину. Догоночку. Легчайшее. Так, так, так. Пишите свои мысли. Кто хочет выиграть 1000 рублей, пишите челленджи свои. В меру сложные, в меру интересные. Подвальные салки. -3 на море. На трех, ну все, началось, блядь. Мы 3-3-3 сделали уже. Вешать только в подвале. Если доносишь, его можно положить. Если не доносишь, его можно положить. Но чтобы взять, нужно дать хит. Беляс -4. Девочковых персонажей только пилить. А как? Подожди, -4. А если не девочки будут? А, девочка их персонажа только пилить, мальчика только хитовать, повесить на крюк 8 раз одержимость. Били или за бубу передвигаться только на пиле. Сыграть за ману на реверсной, нет, реверсной клавиатуры это все. Как тебе такой челлендж сделать -4 за инку, не кидая топоры? Челлендж за сурвика, хочешь я убью соседей, ты не можешь быть одержимостью. Берешь, берешь, берешь. Зарин без монитора, угу.
Без глаз. За Они в одну обилку повалить всех четверых. Подружиться с Урбином в конце. Любой маньяк, любые аддоны минус 2, но чтобы выбил все палеты на карте. Одержимость должна сбежать, та, что будет. Дайте, скиллчекер должен победить. Фейс на крюк, раз одержимость. Мне понравился челлендж минус 4 за Аньку не кидает пары. Это, конечно, изврат. Это извращение. Но попробовать можно. Сам точка, почини генератор сам точка, встать сам точка, открой ворота сам. Подними темный-то сам. Открой ворота сам и уйди сам. Мой член жгут назад. Если помнишь. Три попытки, точка награда, 1000, точка удачи. Спасибо на ним. Я не знаю, сегодня успеем или нет, но я этот челлендж, если не сегодня, то завтра по-любому сделаем. Спасибо. Я не знаю, паук. Стоит сюда брать или нет. Время нужно. Ну, кидать топоры я буду просто в пустоту, не в суру. Ну, все, после попадания топора тут все. Здесь можно вообще не брать. Аноним. Я что, уже выполнил? Выполнишь. Заранее?
Спасибо, аноним. Ну, хрен его знает, зачем. А вдруг не выполню? Спасибо, анонимыч. Так, ну вроде я приготовился. Почему без портянок, без каких? Без топоров можно. Нет, который ускоряет Аню без топоров, он мне тогда не нужен. Потому что 5 топоров выкидывать... Хотя... Блять, 5 топоров выкидывать... Так взять... Блять, тут леса, понимаешь? Мне бы лесу по пути просто выкидывать. Нет, глупость. Пока эти топоры выкидываю, уже эффект. Ладно, давай так попробуем. Гоу, с богом, лайк прожми. Челлендж интересный. Анька, без использования топоров. Алло. Алло. Ну тут тогда на тропу терзания надо рассчитывать, машина обучения получить. Нет, лесу можно было взять, но пока я эти 5 топоров выкидываю, 8 лет пройдет. Просто я завтра опять в рейс уйду и не увижу тебя на протяжении 6 месяцев. О, а я думаю, что-то там долго нет. Понял, Диман, спасибо. Ну, постараюсь выполнить в честь тебя. Давай, удачной тебе работы. Возвращайся. Спасибо. Че у тебя рейсы на 6 месяцев? Не, фармиться мы здесь ни с кем не собираемся.
спасает. Пешку бы получить сейчас было бы вообще неплохо. Патрик. Слышал, там бежит. Тропа терзаний. Кальмар для вас добывай. Я сегодня в кальмар вернулся и завтра опять в рейс. Братан Андрей, можешь хоть попытаться челлендж выполнить? Я сегодня опять в рейс на 7 месяцев и тут жопа. Спасибо. Посмотрим, Диман. Не обещаю, чтобы обид не было. По сути, мы играем просто обычного пешего киллера с обычной скоростью 4.6 без обилки. Все ушли в это. Я до сих пор в инвизи хожу. Она села на ген. Thank you.
Почти. Рядом кто-то чинит. Нет? А вторая где? Очень далеко. Мышь, сыграй за ней с красным момента. Он и красный момент. Спасибо. Учитывайте, ребят, вы челленджи не успею все сделать сегодня. Но завтра, если что, по-любому добьем. Извини, я поехал тогда бухать, а то завтра рейс. Спасибо. Давай. Много не пей, мало тоже. Спасибо. Просто напряженная катка, не так часто играешь зайку без прокида топоров. Вагина остается. Дотронулись до гена, да? Кажется, это ГГ.
У меня нет. Ёб твою мать. У меня просто нет. Я подумал, у меня есть добивание. И, сука, в ту сторону пошли, как будто знают, блядь. Ой, важный хит был. Начал ворота уже открывать. Да иди ты нахуй! Ну, никто не говорил, что будет легко. Спасти, да? Я жду, когда та умрет на земле. Нам минус 4 надо. Спасибо тебе, Лизочка, за твой альтруизм. Ну, типа, в люк может попасться. Зачем мне такие приключения? Короче, стейков нет. Дон Пабло давно бы уже встал, я думаю. Вот. Это тоже. Но мы что, заканчиваем? Я ее вешаю, чтобы времени тянуть. То есть мой план какой? Она умрет после Дон Пабло на земле. То есть в любом случае это минус 4. Просто чтобы времени затягивать, я просто ее вешаю и все. Просто ждать очень долго. Че чихну. Че. Ой, блядь, точно. Ой. Yeah.
Чел, а че не умираешь? Дал бы возможность в люк там, не? GG. Ну вот мы и проверили. Играет ли Анька без топоров вообще? Ну тут видишь, тут карта под себя однозначно, да? Тут перки под себя, тут аддоны под себя. То есть если взять эту же катку, допустим, где-нибудь на открытой карте, там уже результат совершенно другой бы был. Я думаю, это все понимают. Поэтому это все ситуативно и чисто под себя надо все подбирать. Вот. Будь здоров, буду. Спасибо, это надолго. Да. Да. Так, что по времени? Бать, время летит уже 3 часа, я... Так, пэм-пэм. Так, что у нас есть? Так, у нас еще катка в Техасе выпала. Госпожа удача, обилка убить Анрё всех четырех ее обилкой, не мементо, а обилкой. Маловероятно, что получится. Мы пробовали четверых. Маловероятно. Ой. Пополняем зловещую копилку подношений. Спасибо. Привет, Нюхач, здорово. Так, едем дальше. Еще ваши предложения, господа. Ваши предложения пишем в чат челленджи. Клоун с мизинцем можно хитовать только тех суров, которые отравились облаком или в которых бутылка прилетела. Перк только те, которые активируются после подачи питания на ворота. Я думаю, это легко будет, Курт. Активируй шкалу уязвимости у четверых суров, чтобы они все были отмечены красным. Шкалу уязвимости у четверых суров, что... Играя за ГОСТа. Ну, это дело случая просто. Беспощадно сбрасываешь вообще все палетки. В самом начале матча трое должно сбежать, не обязательно ты. Интересно. Фото покажи в рулетке выпало. Фото в рулетке выпало? Ебать, и правда, фото в рулетке выпало. Понятно все. Вы что меня заставляете? Я что-то не пойму. Что за фото? Это мое фото, когда я пиздюк, маленький пиздрик. Сейчас вам покажу. Не ржать. Здесь максимально серьезный Андрей. Хоть еще и в детстве, но все-таки Андрей. Это тот Елисеич. Пожалуйста.
Слева максимально серьезный мужчина в топовом наряде, как вы можете заметить, уже на стиле был. Здесь мне лет 5. Справа покойный мой отец. Максимально тоже хайповый, тоже на стиле. В клетку брюки, как можешь заметить, топовейшие просто, как это, я не знаю, как это назвать, за такое раньше убивали, чтобы поиметь такие вещи, шмот. Ну и посередине Леопольд. Да-да, не смейся, в то время такие мультики были. Серьезность моего лица была всегда такой. Даже в то время я уже был максимально серьезен. Вопросы? Это Елисеич. Ну, мне тут, наверное, лет 5, не больше. 4 или 5? 5 лет, вот так вот. В парке, так сказать. Все, все. Фото было показано. Еще очков нет. Да, очков не было. Руки в карманах. Серьезный мужчина перед тобой был. Давай жить дружно. Совершенно верно. Кто помнит, тот помнит. Да. Так, ну что, мне понравилась интересная затея. Посмотреть вообще, выживем мы или нет. Думаю, что нет, с учетом рандомов. Мне нужно сбросить все палеты на карте. Да. И нужно, чтобы трое сбежало. Реально ли это? ХЗ. Ну, давай попробуем. Гидом взять. Заебусь палеты скидывать, но все же. Репортов словлю однозначно. Погнали. Да простят меня тиммейты. Не исключен Лив. Ну да. King Trapper, салют. Не исключен Лив, согласен. Бля, а если будет Лив? Если они не будут сражаться до конца? Я сейчас напишу. I have challenge, drop all pallet and free escape, survive, go win. I take Gideon. Посмотрим, сколько останется со мной. Зачем ты их предупредил? Чтобы не ливали. И не дезморалились. Ух, два Гидеона.
Давай без поднятия палец. Да, я думал взять без поднятия, но потом подумал, тогда весь смысл челленджа теряется. Ваши ставки. Можно ли это провернуть в рандоме? Ну пусть поднимают. Я буду скидывать. Блять, все-таки, о май гад, нихуя себе, два гидика проиграла, блять. Окей, давай здесь бороться. О, естественно, она за мной. Мне палец скидывать надо. Но я все, что мог, я скидывал. Пойдет же сломать все, да? Рядышком стоит недалеко где-то. Ну, почти все сломало, кстати. Странно, я ее террор слышу, а... Кажется, меня сливают. Ну да, она чисто кемпит. Спасибо. Второй пошел. Челы просто слились, да? Я понял. У нас еще есть две попытки. И там, по-моему, последнее. Все. Все палеты на карте скинут. А нет, чего надо. Подожди, я же здесь кидал. Или нет? А я же здесь вроде кидал палетку, не?
последний палет. Не, вон еще. Лечись, братик. Все, теперь официально все палетки скинуты на карте. Нужно чинить гены. Братан, тебя можешь подлечить? Ладно. Давай попробуем добить здесь. Все, я все палеты на карте дропнул. Дед упал там, генератор где-то там заводился, да? Заюзать негде. Конечно, я не успею. Но был план уйти, выйти из портала, въебать шприц. Дед, ну, блядь, ты же должен понимать, что в тебя, скорее всего, прилетать будет. Пойдем чинить. Ну, 4 гена, когда уже все по 2 раза висели, это, конечно, нереально. Кстати, она ни разу не висела. Ее можно сейчас не лечить. Дед, гоу сюда. Деда залечить надо. Все дропану там. Извините.
Джи, ну все, втроем мы уже не сможем. Да, втроем мы уже не сможем. Ну, а, во-первых, карта выпала не та, которую мы хотели. Я удивлен. Я реально удивлен, что два Гидеона не перебило карту маньяка. Вы серьезно? Не, вы серьезно? Очень странно. Чувство не трое. Да тут понятно было. Так, ну я думаю, мы еще один раз попробуем. Больше пробовать не буду. Да-да, нет-нет. Еще раз гидик возьмем. Гидик стоит, да. Можно взять ману на себя и дропать палетки в погоне. Ну да, как вариант. Вкусные печеньки Орео. Не могу оторваться. После завода генов бросай. Весь смысл челленджа теряется. Это знаешь как? Это по типу минус 4, блять. Отворот, всю игру АФК стоишь, и надо сделать минус 4. И договорился с урами, пофармил. Подружился, они тебе доверились, и ты убил минус 4. Это не то. Это не то. В этом и сложность, в этом и интерес этого задания, что в самом начале дропнуть палеты. По спине бугры? Какие бугры? Погнали. Все. А он не против за мной бегать, чтобы палец скидывать. Блять, наматывать типа по нескольку кругов.
На-на-на. Жуй! Ешь! Я жду! Манбахуй, наверное. Брат! Крушить, ломать! Ладно, придется тогда скидывать. Ни одного генератора за это время, я в ахере. Простите, конечно, меня за это. О, я здесь, я тебя ждал, а? Я двигаюсь дальше. Ну, я выполняю так, как нужно. Все, что я вижу, я все скидываю. Наверху. Сама я не чиню, правда, но... Так, там придется мне вниз. Тогда я сначала здесь дропну все, что вижу. Дружище, есть еще что-то не скинутое? Кто-то вообще ведет счет скинутым палетом мною? По-моему, это последнее, да? Проверяем, проверяем. Палеты все должны быть на карте скинуты. Все? Все? Вся карта дропнута. Я теперь могу спокойненько ген подзаводить. Ну, смотрите, палет больше нет на карте. Вон еще есть одна. Две даже. Все. Мы дропнули все. Втроем нужно выжить. А, до сих пор ни единого повешения не было. Я придумал новую тактику победы в игре Dead by Daylight. Чел ходит все время, ломает палеты. Проверяем, проверяем. Первый повес за 5 генераторов. Пойдет. Не-не, все, смотрите сами. Все, палет больше нет на карте.
Я все скинул. Братик, живи. Нужно сбежать втроем. Главное, чтобы они сейчас не заруинили и не сдохли лишнего. Ну, это гидик. Тут дохуище палет. Что ты хочешь? Он действительно пока их ломает. Тут время херва туча проходит. Последняя палетка? Братка. У меня есть баланс, прокнет он здесь или нет. Сука, я надеюсь, они втроем уйдут. Я надеюсь, они втроем уйдут. Мне можешь слиться. Чуваки, может быть... Хотя, с другой стороны, блядь, здесь ваншоты, два ваншота, один сейчас залечится. Ебать, только не, пожалуйста, не закрывашка нахуй. Это же не закрывашка. Нет, это не закрывашка. Давай, братик, твоя очередь. Троем! Давайте, блядь, не тупи! Валя, давайте, блядь, не тупи, пожалуйста! Все, троем. Оу, май! Ну, получается, что выполнили. По факту. Все палеты дропнулись на карте, и трое сбежало. Николасу не повезло, но ладно. Здесь должна быть музыка из Рокки. Угу. Ты попал на ману, у которого челлендж не оставить ни одной палеты на карте. Ну а что ему делать? Ломать, конечно. Видит, я продаю, блядь, скидываю по КД. Ломать. Ну, типа, ему все равно же бегать в этих местах, правильно? Так. Так.
Давайте еще ваш челлендж. Я думаю, еще времечко на один будет. Давайте, придумывайте что-нибудь. Телохранитель. Выбрать одного Сурва, одержимость. Но если ты одержимость, то под тобой Сурв в списке. Не дать ему умереть и выжить самому. Ну, вариант. Минус один за свинью с помощью шлема до завода всех геников. Да ты чё, фиксплей? Это изи. Ты чё? Минус один сделать с помощью шлема до завода всех геников, это ж легко. Опа-опа. Персона. Да-да. С вами приятно иметь дело. Спасибо, персона. Спасибо. Мы старались. Да все на самом деле тут даже не то, что карта зарешала, тут еще зарешало, что тиммейты не начали вливать, и там меня, маньяку, сливать, видя, что я хожу по лет просто так дропаю, да? Тут это тоже зарешало. Ну, мне понравилось телохранитель выбрать одного Сурва, одержимость. Но если одержимость ты, то под тобой Сурв в списке. Не дать ему умереть и выжить самому. Давайте. Опять же, мне нравятся такие челленджи. Сложность в том, что мы играем с рандомами, а не со своей командой, да? В команде в Дискорде, конечно, было бы это несложно, но... С рандомами это достаточно все казиношно. Да-да, нет-нет. Так, ну что мне понадобится? Ради людей пристегнись. Вы и исцеленно выживший получаете стойкость. Угу. Ну, фонарь еще возьму. Будем сейвить максимально пытаться. Может быть, шприц для него еще взять. Чуваки, какой-то такой план у меня. Ага. Шприц, конечно.
Так, Джейка можем нарядить в хэллоуинский наряд? Что-то хэллоуинского у меня особо тут ничего и нет. Маски есть какие-нибудь на него? Нету. Какой Джейк у меня будет? Четвертый перк. Четвертый перк. Страдания на всякий случай. Детский сад Бетхэм хотел написать. А, подожди, ну да. Погнали. Короче, одержимость сейвим. Если одержимость я, то сейвим тот, кто ниже в списком. По-любому я и он должны выжить. Кровавый договор. А что он дает? Ой, не, кровавый договор не хочу. Не надо, у нас нормальный билд. Ну, в принципе, сейчас вначале спокойненько можно. Я, в принципе, на себя могу манс взять вначале, да? Цель не меняется. Понятное дело. А, ну подожди. А если одержимость другая будет? Ну да, тогда цель не меняется. Погнали. Если одержимость поменяется, то мы не меняем свою цель. Спасатель Джейк. План ГГ. Нормальный план. Я бы побоялся с таким телохранителем ходить. Вокзальный тип. Кто Джейк? Нормально. Давайте пусть будет кладеточка. Мы ее сейвить будем. Дэвид будет, сейчас посмотрим. Ну кто? Фэнги. Маленькая Фэнги.
За мной. Хорошо. Словил, блин. Любви далека. Извините. Ладненько. Сначала чиним. Кажется, он сюда идет. Тебе, может, спину поставишь? Не хочешь? Балансика нема. Здесь палетки нет. Ну, тут узкий проход, тут ничего не сделать. Так, а если здесь подвала нет, то он может меня не донести. Все, хорошо. Надо знать, где падать. Всем привет. Здорово. Здорово, здорово. Привет, привет. Да, местечко такое паршивенькое. Ну, Дэнни наш еще живет. Минус 2 гена быстро дали, хорош. Это приятненько. Дэнни вообще чисто, дай генератора починить. Спасибо. Чини. Ну, я пойду, может быть, попробую. ТТВ спасти. Что? Можно вакцину использовать? Нельзя. Вакцина не работает. Это можно бесконечность теперь делать? Спасибо. Так, где это пока у нас? Падать будет внизу. Прыгнет. Ну, смотри, прям за ним. Место плохое. Место, конечно, упало, он вообще не ахти, но он не знал, что я буду пробовать снаряд сейвить. Ну, взял, съебался просто. Так, а мне выжить тоже надо. Таймингово. Ha ha ha!
подлечить. Спасибо. Нам как раз сейчас помощь Дани нужна будет. Нужна будет. То, что у него оставит лучше напоследок, это плохо. Если Дани окажется на крюке, спасти будет крайне сложно. Все, он Дани скипнул. Пошли полечимся. Но у меня будет ради людей. Хи-хи-хи. Дани Токс. На кладетку, к сожалению, наплевать. Хотя, может, на кладетку пойти попробовать подсейвить. Сейчас хит получит, я ее увижу. Надо ей подхилить. Я их сейчас все, всех соберу. Она дура? Даня, ты дурак, блядь? Даня, остановись, блядь! Ебать, он это смог. Девки пусть идут чинить. Нихуя себе. А, он сыворотку моры использовал. Где она чинит вопрос? Его мы можем продать. С одной стороны. Хорошо, я ее генчику подчинил. Он вообще первый раз будет висеть. Но у него оставить лучше напоследок, вроде как. Понимаешь? Ебать, он там с этой сывороткой, блядь. Пиздец, он с этой сывороткой херачится, да? Так, у нас ГГ минус один. Не все так просто.
как могло бы быть. Зачинить мы, конечно, зачиним. Но вопрос, кто из нас жив останется. Это уже другой вопрос. За кем погоня? Ёба, блять. Подлекаться было бы вообще неплохо. Но умер, по идее, тот, кто нам не нужен. А вот сейчас вот... Ой-ой-ой-ой, пизда. Хуй спасу я ее. Этой пизда подкралась незаметно. Я не знаю, что сейчас делать. О-о-о. Здесь нужен Эш. С этим перком. Ой, все, Данька. Увы, увы, нет. Так, получается, у нас выиграл 1000. Ань, я пробовать больше не буду. Выиграл 1000 у нас Шеди, получается, да? Ты задавал. Там напиши или карту, или как удобнее Энка тебе отправит. Может, Киви или еще что-то. Неожиданный повод. Вроде бы шло все неплохо. Вроде бы шло так нормально, я бы сказал, да. То есть, как бы, ну, без проблем. Чинили быстро достаточно. А видишь, как все, блядь, бэм-бэм-бэм-бэм. Туда-сюда, туда-сюда. И... Ой, кладетка бы, конечно, по-хорошему, да. Конечно, по-хорошему кладетка бы. Но нет. На этом будем заканчивать, чуваки. Что у нас осталось на завтра, да? У нас остался челлендж госпожи удачи попробовать выполнить. У нас катка в Техасе. У нас челлендж Дмитрия. И челлендж мышь на кайфе, они с красными мента сыграть. Все запомнили? Все, надеюсь, да. Групповуха, здорово. За полтинник салют. Респект. Блин, обидно, конечно. Вот, чини кладетка бы, кладетка бы. Да, это я, да. Вот. Шеди, как-нибудь, дабы это в группу Дискорда добавься и напиши что-нибудь в чат. Напиши там, я Шеди, да, грубо говоря, там скриншот свой приложи. Вот с этого какого, с Ютуба, что это твой. Во сколько ждать тебя в эфире завтра? Ну, как обычно, чуваки там. 3-4 по МСК, вот так вот. Всех с наступающим еще раз Хэллоуином, да. Спасибо, в первую очередь, Анька, интересно придумала. Вот, интересно было посмотреть придуманные челленджи наших зрителей. Ну и всем, кто поддержал сегодняшнюю движуху, поддержал меня донатом, тебе огромный-огромный респект, салют, кулачок с пятюню. Ну и увидимся до завтра, не скучай. Всем чао, бабе.